Господа, 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 господа и дамы, и дамы, и дамы и господа, внимание, сегодня классный ролик, самый лучший по образованию, научу вас офигенному упражнению, друзья, будем рисовать вместе, да, так же круто, как и я, как крутаны, будем все крутые, сваренные просто максимально. Guys, короче, офигенное упражнение, смотрите. У многих начинающих возникают проблемы со штриховкой. Штрих, как линия, основа всего, друзья. Думаю, вы это прекрасно осознаете, что в рисунке, да, основе всего, рисунок всему голова, вы знаете прекрасно, да, что чем умнее голова, тем лучше. Так вот, рисунок это как хорошая, красивая голова. Тем он лучше, тем у вас больше голова. Вы поняли, да? Поэтому, господа, смотрите, что делаем. Создаем новый холст. Берем фотографию красивого дерева, смотрим на него и рисуем. Рисуем именно линии. Момент какой? Смотрите. Берем для этого линию стандартную с настройкой, единственное чего, нажатие динамики формы. Больше нас ничего не интересует. То есть в сае также это стандартный инструмент, стандартная ваша кисть, если вы работаете в сае. Но здесь не имеет значения, в какой программе вы работаете. По существу, в целом, задача в другом. Задача уметь научиться правильно владеть линией, располагать линии в заданном направлении, научиться переносить форму, работать от общей массы. Значит, что я делаю? Смотрите, я беру фотографию. Это дуб, да? Дуб. Ну, дубы, вы поняли, да? Берем дубик, красивую фотографию дубика, да? Смотрим на него и переносим форму. Все просто, да, друзья? Изи. Ну, в принципе, все. Ролик можно заканчивать. Ну, ладно. Расскажу еще пару моментов. Смотрите. Начинаем мы все с общих отношений. Сравниваем длину к ширине, компонуем все в листе и начинаем уже прорабатывать. Запомните, друзья, важный момент. Когда мы рисуем рисунок, начинаем всегда с общего силуэта. Никогда не рисуйте отдельные палки. Ошибка. Нарисуйте простой общий силуэт, форму, и потом уже прорабатывайте в него. Что делаю я? Я нарисовал общий силуэт, шапку, после чего начинаю уже уточнять отдельные веточки. Не раньше, понимаете? Далее, важный момент какой? Очень важно владеть хорошо штрихом. Штрих – это ваш основной инструмент в работе. Задача наша какая? Научить вас хорошо штриховать, работать пером. Момент. Не крутите работу, это плохо. Друзья, если бы вы учились в художественной школе и крутили бы при этом работу, вам бы отбили все руки, они вас били все в синяках. Ваши руки бы осинели и имели красивый синий голубой. Ну, вы поняли, это какой-то цвет, да? Так вот, друзья, не вращайте работу. Пытайтесь адаптироваться именно под стандартное расположение листа, чтобы ваша рука адаптировалась под холст, а не холст под вас, понимаете? Вот, это очень важный момент. После чего мы начинаем штриховать. Большие массы мы проходим более длинным штрихом. Основные маленькие массы коротким штрихом, более коротким, да? Это все связывая, у нас получается вот такой интересный результат. Момент какой? Помимо всего прочего, научиться работать с тенью и светом. То есть мы более темными и более плотно кладем штрих там, где у нас темнее. Меньше там, где светлее. Все логично. Далее, еще важный момент, можно проходить сверху стерочкой, как обычным ластиком, проходим, высветляем какие-то участки. То есть принцип такой, мы должны научиться самыми-самыми базовыми инструментами в вашей работе. Для чего? Чтобы в дальнейшем, да, вы смогли классно и задорно использовать это в своих работах. Друзья, на этом великолепный короткий ролик подошел к концу, он самый великолепный, все это прекрасно знают, да. Поэтому, внимание, будет еще скоро много крутых роликов, друзья, скоро увидимся, все. До новых встреч, пока-пока.